В преддверии 8 марта сотрудники дорожной полиции Ленинского района устроили на дорогах настоящую облаву. Выявляли среди автомобилистов представительниц прекрасного пола и поздравляли с праздником. Просим вашего внимания. На одну минуточку к нам проходить сюда. В преддверии праздника хотим вас поздравить. С 8 марта. Спасибо большое. За счастье, здоровья, всего самого хорошего. Безопасно на дорогах. Берегите себя и других участников дорожного движения. Спасибо большое. Малыши хотят вас поздравить. Спасибо! Очень приятно. Ребята из детского сада «Журавушка» участвовали в рейде наряду с полицией. Для этого они своими руками сделали поздравительные открытки и выучили стихи. Мы хотим сказать вам, от мальчишек всей земли будем смело защищать вас, чтобы плакать не могли. Некоторые автоледи были настолько тронуты таким поведением участников дорожного рейда, что приняли свои контрмеры. Эта праздничная облава на дороге далеко не первая и проводится на территории Ленинского района уже 5-й год подряд. Каждый год наши женщины Ленинского района и гости не остаются без внимания наших мужчин и наших юных помощников.